Садок под сак взяли? Самое главное. Зачем? Самое главное, тебя взять. Садись. Да, я сейчас. Это лишняя деталь. Красота. Всем привет. Мы сегодня в веселой компании. Тут ловим втроем. Посмотрим, что будет. А, так вот. Да, народ купается. Температура воды там сколько? Градусов 7, наверное. 8. Посмотрим телевизор. Что там в нем показывают? Здесь рыбы нет. Вообще. Приехали на рыбалку, а тут нету рыбы. О, окунь. Ни хрена себе, на 9-метровой глубине. Да хороший. Хороший окунь проскочил сейчас. Прям. Одну? Угу. Такой, не маленький. Что-то у нас Алексеевич словил. Щука. Щука. Вот так вот. Вот так у нас Алексеевич щуку поймал. Да. Ну что, хорошая щучка. Полторашечка. Хорошая. На обычную колебалку в пол воды. Ну где щука-то? Алексеевич показал. Да Алексеевич, это понятное дело. Этот может. Старый воин, мудрый воин. Вот так вот начинается опять, а? Вот хоть не давай ему ловить, а? А спиннинг-то талон профессионал. Все дела. Бери, бери, бери. Не томи. Да, больше двушки. Больше, больше. Ну, не трешка, 2,5 где-то, наверное. Не, ну так нечестно. Он вторую щуку ловит подряд. На колебалку, на обычную. Вот рассказал Алексеевичу, как надо ловить щуку на ямах, и все, да? Вот, вот стоит, вот рассказал человеку, и все. И он давай ловить сразу. Облавливать всех. Так, у Алексеевича третья поклевка. Это как-то уже прям совсем не смешно становится. Я специально думаю, сейчас местами поменяемся. А он и там ловит. Вот что, вот смотри, 3 человека в лодке, у него только у одного у него клюет, а? Вот так вот. Ага. Так, ё-моё, значит, это так... Я думал, она хорошая, она просто с внешней стороны цепанулась. Кто молодец? Валера молодец. Продолжаем наши игры на свежем воздухе. Два один пока Алексеевич ведет со своими колебалками. А, еще одна сошла. Ох, е-мое. И вот заметьте, не рано ведь начала колевать. Все, Сереж, у тебя не начинал еще. Ну твоя просто щука позже начинает, клевай. Да. Ты приезжай попозже в следующий раз. Что ты так это? Как раз она начнет клевать к тому моменту. По этой рыбалке можно сказать, ты вообще не приезжай. Щука, ты где? Алло. Опа! О! О! Ух ты, хорошая! Бери, Сережа, подсачок, подсачок. Чтоб я не был дурачок, дурачок. Я знаю, что она хорошая. Она не просто хорошая, Сережа. Да, Сережа, ты что творишь? Видишь, она тут лазит, творит. Она в бок не лезет, пацан. Ух!
Слушай, ну это пятера. Это больше пятера. Yes. 5300. 5300. Вот так. Все. Спасибо. Да, заглотило по самое-самое. Вообще. Вообще в самые жабры. Там вообще без шансов. Она просто всадилась. Сережа, поправь резинку. Щука обидится на тебя. Скажет, некрасивая резинка у тебя. Сережа, некрасивая. По рыбе 2-2. Между колебалкой и резиной. А по весу больше. Моя-то значительно больше вашей. Хотя ваш тоже там под трех, наверное. Один Сережа у нас не хочет. Ну, что-то у меня с этим делом видно не ладится. Похоже, Сережа у нас тоже отличился. И Сережа тоже. Давай, Сережа, таскай. Такой же крокодил. Не очень. Она не очень, говорит. Не очень, говорит. Давай, вот сюда вот. Не очень большие теперь у тебя, мне кажется. Мелочевка. Ладно, блядь, то же самое. Да по самое я тебе говорю, да. Вот и у меня в прошлый раз она клевать начала. Вот я говорю, я начал в 11, с 11 до часу клевал. На, смотри сам. Сколько-то? Да, Сереж, 3300. И Сережа тоже. Ну что, вот у нас Алексеич ловит исключительно колебалками, я исключительно резиной, а Сережа ловит и тем, и тем. Он и к умным, и к красивым. Но поймал на резину. Мир, кто бы мне еще год назад сказал, что мы вот так будем ловить на яме с плавом, просто в пол воды, вот так вот там резину кидать или блёс на колебалке. Я бы сказал, да вы что, ребят, сдурели, что ли? А что мы ловим-то? Я лично до этого не ловил никогда. Как-то все равно по дну ловили. Все довольно далеко по клевке, да. Все по клевке... Че, ты что ж творится-то, а? Да уловки взяла. Да только сказал, главное, что... Говорит, смотри, говорит, ни у кого не было поклевок у лодки. Она у него взяла и у лодки хапанула. Не, ну это не серьезно. Процесс вываживания. Ну, Алексеич у нас специализируется по мелкой щуке, это понятно. Ты смотри, Сережа, у нас боевая ничья нарисовывается. 3-3. Колебалка против джига. Хотя у Алексеича поклевок-то получается больше. У Алексеича был еще один сход. Так что, ты смотри, у него... У меня две поклевки, у тебя одна. А у Алексеича 4 поклевки. Зато наши гораздо крупнее. Алексеич берет количеством. Наивное дурачество. Стараться ради качества. Нам более приличествует бороться за количество. Я говорю, чую, Сережа завтра побежит в магазин спиннингсе до 84 покупать. Да, что-то совсем стихло. Снова замерло все до рассвета. Да что он там поймал-то, господи? Он поймал какую-то щуку размером с водяного таракана. Сейчас он с тобой добрешится, как влупит на десяточку. Будет тебе щука. Так, ты давай это... А то сейчас накаркаешь, ей-богу. Галю мою, Галю, дай воды напиться. Ты ж така хороша, дай хоч подивиться. Вот так весело, с шутками и прибаутками. Незаметно, как придет зима. Да, незаметно придет зима. Так, ну все, стихло. Будем собираться, поедем обедать. Как видно из результатов видео, 3 рыбы были пойманы на колебалку, 3 рыбы были пойманы на джиг на крупную резину. Поэтому как бы вроде бы боевая ничья, но на самом деле поклевок-то у Алексеича было больше на колебалку. То есть у него был сход еще один, и еще был один тычок. То есть у него все-таки больше приманок. Так что будем считать боевая ничья. Вот так. А
засим, как говорится, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте все, что хотите. Мы погнали обедать. Пока. Но резину все равно крупнее.